Всем привет! И сегодня уже 1 марта, да. Подпишитесь на канал, если вам нравится все видео, если просто понравилось одно, то поставьте лайк. Надеюсь, вам будут нравиться все видео. Мы сейчас играем не в Слободке, а за Халка и Магнетто. Но это миссия сейчас будет, нам просто надо... Не знаю, ну я, наверное, пробовал просто так, если получалось, но... Вот так. Я только магнат. Давай, бух, и все. Нет. Садимся. И это будет миссия последняя, наверное, в этой игре. Galactus, devourer of worlds. Да. Если вы... Не знаю, в фильме это есть или нет. He is as old as the universe itself. Но если вам эта игра... Но если вы, может, или фильм смотрели, или в игру играли. Не знаю, в фильме есть. Если в игру играли, то вы знаете, кто такой Галактус. Если не знаете, то смотрите. Он пожиратель миров, говорят. Вот, полетел наш кораблик, наверное, нас. Кстати, почему мы... А, это один и тот же. Потому что мы садились в один корабль, а в другой. Сейчас будет смешно смотреть. У меня не получилось пройти это видео. Эту миссию. Бух. Будет смешно тут все. Магнета нажимать сюда. Они, наверное, играют там в компьютер, там, где бомбить. Вот Веном человек паук. Он хочет, и ему зеленый гол. Бух падает. Ну, типа его. И вот что смешно. Будь, 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 будь. Даже бомбили. Представляешь? Вот Галактус. Это Локи его гипнотизировал. Окей, folks, this is our last shot. Make it count. Вот, это все, за кого мы будем играть. Мне так кажется. Это все, за кого мы будем играть. Понимаете? Против вот этого. Пожирателя миров. Нам надо его убить. То я не доиграл эту миссию, я не знаю, что с ним надо сделать. Убить что-ли? Это же Галактус. Ну, понимаете? Он хочет съесть наш мир. Вы же видите уже из имя его. Галактус — пожиратель миров. Вы думаете, он мир не хочет нас съесть? Конечно, хочет. Почему вы думаете, что он не хочет наш мир съесть? Он же и есть пожиратель миров. Нам надо победить его. Давай. И вторая группа поступает. Ну и часто эта фраза будет ваша земля теперь. А там, где сотрел на воздух, и там замочился самолетик. Спасибо за самолетик. Сейчас Халк возьмет его и кинет тебя. Ну не он. В него не кидал, я помню. Ну блин, ну как он? Получай! Самолетик скоро. А я пока вот этим. Нужен какой-нибудь пацан, типа Человек-паука. Но это, наверное, главный враг. Не то чтобы доктор Дум. Я не думаю. Когда я увидел это чудище, я не думал, что доктор Дум — это наш главный враг. Я так не думаю, вы понимаете, я не думаю. Я не думаю, что доктор Дум — это наш главный враг. Вы понимаете, что я так не думаю? Я думаю, ну да, говорят, что доктор Дум — главный враг. Но когда увидела это вот существо огромное, я подумала, нет, доктор Дум далеко не враг. Ой, у нас лысый существо. Все, двое улетели к нему. И он не только пожиратель миров, но и пожиратель людей. There, I'm pretty handy. Now, maybe there's a way we can use those blades to attack Galactus.
bright ideas, women. I must devour this world. Никогда не прогонишь. It's okay, guys, I've got you. Да, все нормально. He's staying away from the left rotor blades now. Let's try this side. Ну, сложно будет разобраться именно с четвертой группой. Что на ней я уже не разобрался. Ну, пожалуйста, если вы проходили, подскажите мне в комментариях. Я прошу. Может, у меня и получится поселить эту девочку, кто знает. И я знаю секретный способ. Скажите вот в комментариях, кто знает этот способ. Смотрите, подходит. Калкали вот так делает. Калкали вот. Мне раз делает хлопок, и тут тушится огонь. Не знали такое? Что вы думаете, нужна вода? А Халк может помочь. Так, мерзость. Ням-ням-ням, вкуснятина. Да, очень вкуснятина. Железный человек у нас уничтожит из драгоценных камней. Потому что он своими ракетами уничтожает серебро, а своим лайнером уничтожает золото. Ну и вот. Уже чувство. И вот Венма чуть ее. Он нам помогает. Keep hold of it. We've nearly got him. Да, давай, подталкивай. Hurry with the portal. We can't hold him forever. Team Science Nerd. Да, конечно, вы его не сможете удерживать. Точно. Нам я помню, что нам сделать. Я не знаю, зачем. Но если я буду предсказывать будущее, то я думаю, что все будет так. Вы сейчас увидите, что я скажу, потому что я не хочу вам будущее говорить. А, тут может это сделать мистер Фантастик. Кстати, для Харка. Вот, блин, все сбил. Вот идиот. Все сбил. Приходится заново из этого все делать. Это именно в первый раз. Что он сбивает. Два раза все. Да, когда в тот раз проходил. Почему Галактус? Почему Галактус? Зачем ему превратиться в молоток? Мистер Фантастик его легко убьет. Он же просто может превратиться в какую-то очень огромную штуку, типа мега-робота. Если он во всем может превращаться. Только, кстати, бог с одного удара он полетит в космос. То именно зачем такие уровни? Потому что мистер Фантастик в этой битве очень кстати. Мне нам осталось починить его. Из Гира он был. We need to connect the power. Your resistance is merely working up my appetite. Тебя может разжигать, но меня нет. Я уже думал, Ник Фьюри нужен. Потому что он же такой вот босс. Типа босс.
Ну тут я знаю, что я тут надо. Надо, видимо, зеленый сделать. Сюда надо зеленый. Зеленый, Between Heracles and his meal. Настоящим делом. Смотрите. Как вы думаете, зачем это надо? Вот что я думаю. Вы сейчас увидите. Вот эта дыра будет расширяться. Я думаю, что если сделать ее настолько большой, то этого Галактуса туда засосет. Видите, какая она была, какая стала. Так она своим размером засосет Галактус. Saving the world at last, but not in the way I intended. Да не так он планировал, он хотел наоборот уничтожить меня. Доктор Дум. Ну а теперь спасаем мир. Надо что? Ой-ой. Шторм. Разрядись. Что со штормом? Там какой-то мини-фигур по земле надо посмотреть. Such a simple idea. Let us hope that it works. Delicious. I must devour this world. Что дальше, вопрос? Может, и получится у нас это сделать. Может, серия... Может, будет вот так. Я же не могу предсказать будущее. Может, серия будет такая, как Мишка Грин. Зато Мишу пройдет. Может быть, так. Может, нет. Будем делать еще что видео. Ну что он подумает, я съем этот мир, вот земля, наконец-то съел этот мир, и потом заберусь в мир. Что нам надо дальше? Все надо бежать, посмотреть. Может, только с этой стороны. Надо как-то воду тут притушить.
просто убрать. Тушить надо огонь. Так, что надо делать с этим? Нож как-то сверкает. Значит, надо что с ним сделать. Вот это надо как-то потушить. Тут остальные куски земли. Вот, подбегается штука. Что это такое? Подожди. Дай. Дайте нам. Что она сделает? Я же думаю, что с ней надо что-то сделать. Штука. Написана подсказка. Мы взаимодействуем с магнитными деталями. Может, лечь наши деньги магнитные детали? Тут огонь тушится потихонечку. Сам будет тушить огонь. Что-то огонь маленький. Может, надо в нем тушить огонь. Будет же какой-то выход из этой ситуации. Thank you.
Что? Пока подсказка не появилась, я бы не догадалась. Шторм могут может зависнуть в воду и потушить огонь. Кто это знал? Я ж так потушу весь огонь на этой карте. Delicious. No shields will protect you forever. Ну что, потушил огонь. It's mine. Что еще? Вот. Так мы сейчас соберем, мы, возможно, победим Галактус. Dinner time, Galactus. Вот, нам зеленый гоблин прилетел. Бух, человек батл. В прошлый раз я не доходил. Что? Громовой удар, бух. Мы победили его? Он улетел. Закройся, закройся, дыра. Да. You are a naughty, naughty space bending cube. Непослушный экстремист. Ну, экстремист поставьте. Да, вот этот вот. Can we talk about this? No. I bet you taste minty and cool. Мягкая жвачка. Ну да, мягкая жвачка, похоже. Хороший, плохой, голодный. Галактус. Ну тут же не написано, что это мини-фигурка. И Локи наконец-то доступен. Ну может через 10 минут и закончится. Я хочу узнать, мини-фигурка Галактуса или нет. Что тут написано? Просто Галактус. Обычно на всех больших фигурках написано мини. Time to face some justice. Remember our bargain, Fury? Yes. You all get a head start while the good guys count to 30. That's the deal you made. Hulk, start counting. One, two, three. Yes, not a bad deal, I must say. Though I think that we're on the clock. Three. Да. А что вы такие взволнованные, Галактусы, мы победили? Here you go, Surfer. Ой. We reconstructed it from the cosmic bricks. Где вы достали космические блоки? I will use it to find Galactus and set him on a course away from Earth. Ride the cosmic waves, my friend. Once more, the world is safe, and the heroes have saved the day. And that, true believer, is exactly how it should have ended. Ну да, да, зачем мы это? Да, тут все создатели. Ну и мы, может, зайдем в какой-то призовой режим, то, что там доступен. Хм. Да, нам Галактус теперь доступен, мы за него поиграть. Надеюсь, он будет большой. But the Avengers and their allies just defeated Galactus. Дайте уже поиграть, пора говорить. There's something else. Звездная лодка? Реактивный енот. Стражи Галактики, они все. Right. Хорошо. Отлично. Да, отлично, хорошо. Я Грут. Все знаю. Ник Фьюри. Отлично. Ты Грут. Huh? Хорошее имя. Бэтмен? Что он тут делает? Он же в Лего Муви был. Mr. Tiddles, there you are, my Стоп, brave это comrade. Черная пантера? Мне казалось, это Бэтмен. What?
Что это за кот Капитана Америки? The people of Wakanda thank you. Да, правильно, смешно, тут всякие персонажи. Да, зачем мне это опять? Ну ладно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ну и всем пока.